Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня продолжаю вам рассказывать и показывать о продвижениях моей майки Туники. И сегодня я хочу вам показать такой вот прекрасный элемент, который я вывязала для спинки, для разреза моей майки. Этот элемент, схемку, я нашла на просторах интернета. Вот она, эта схемка, по которой я вяжу. Конечно, я изменяла количество петель и также изменила вот это. Здесь, я так понимаю, это такие пышные столбики, это такие шишечки или попкорн. А я же вывязала для своей маечки-тунички такими вот листочками на конце, так, чтобы она немножко гармонировала с узором, который по центру. Вот такие вот здесь лепесточки. И вот такие у меня тоже лепесточки, как бы, да, чтобы оно более как-то было интересненько. И вот, значит, вот этой вот красивой штучкой, элементиком, мне сегодня захотелось с вами поделиться. Вот будет это край, он будет такой свисающий, не ровно идти, а будет выходить за край изделия по спинке. И будет так очень-очень красиво, такой вот элементик. Но я вам скажу одно. Ну, на мой взгляд, конечно, вот такие всякие интересные элементики, они все-таки более интересней смотрятся на однотонной пряже. Они более тогда видны. А на секционной, как в моем случае, оно как-то немножко теряется. Но тем не менее, мы, вязальщицы, всегда хотим что-то выдумать, что-то придумать. И вот в моем случае было изначально задумано одно изделие, а получается совсем иное. Потому что я, когда начала вязать, я вижу совсем по-другому к этой пряже. И мне очень-очень интересно вывязывать вот такую вот красоту. Прелесть просто. Это завораживает. Ложишься спать и думаешь. Скорее бы утро, скорее бы выделить время, чтобы это все вязать, смотреть, находить. Ручки так и хотят, так и чешутся это все делать. Так, ну вот сейчас попробую вам показать. Да, кто не видел, вот покажу вам, кто впервые, да, видит, не видел предыдущего ролика, вот начало у меня с вот таким вот огромным большим элементом, квадратом. Вот именно мне хотелось. Еще раз повторюсь для новых зрителей, что эта майка-туника предназначена одевать на такую белую футболочку. Вот здесь я уже начала вывязывать бретелечки. Но насчет бретелечек я еще не уверена. Возможно, я их сделаю пошире. Я подвяжу, посмотрю, как это будет смотреться. И, возможно, так оставлю, возможно, перевяжу. Итак, спиночка. Так, спиночка. Вот, значит, с таким вот разрезом. Его можно регулировать, насколько вам нужно. Ну вот, я так подсматривала к своему узорчику. Это значит, будет вот так. Да, ну, не видно хорошо, потому что пряжа такая вот наляпистая. Но, тем не менее, я вот привожу и покажу, хочу край показать. Вот он будет свисать, вот так вот край свисать будет. Будет очень-очень красиво. Итак, дорогие мои зрители, сегодня я вам показала изумительный, красивый, прекрасный элементик. Я не помню, сказала вам или нет, что это я нашла в элементах для салфеток. Вот один элемент
узор, схема была, да, вот я вам показала. Это для салфеток. И я этот элемент взяла как элемент для моей маечки. Так что, мои дорогие друзья, зрители, смотрите, придумывайте. Я думаю, что это все очень-очень красиво. Пока-пока, до новых встреч, до нового подключения. Я уже думаю, что новое подключение будет, уже будет готовая маечка. Все, пока. С вами была Любовь.